У нас нет структуры, которая бы занималась стратегическим развитием парков, нет службы парков, нет организации управления парков, вообще нет структуры, которая объединяла деятельность парка и вообще стратегию и развитие этих общественных зон, чтобы кто-то этим курировал осмысленно, осознанно, профессионально, этого мы не видим. И в результате вот такие вот руины, в результате вот так выглядят, к сожалению, наши зоны аттракционов, детские площадки, зоны, где, собственно, должны отдыхать люди. В многих парках сохранились бомбоубежища. Они парки 1 мая есть, они Сормовского, Заводского, они почти во всех парках есть, потому что парки во время войны должны были быть объектами стратегического характера, должны были защищать население. Они вот так забиты и выглядят страшно. И, в общем, коммуникации инженерные проходят через парки. Парк Дубки, например, у нас потерял свою необыкновенную привлекательность со стороны проспекта Ленина, со стороны Новикова Прибоя, когда он был пронизан вот такими вот страшными, гигантскими, больше, чем даже вот эти трубы, теплотрассы. Думали, что это временное явление. Вот зимой, как вы помните, во время морозов их быстро построили, но потом никто не убрал. И парк от этого оказался искалеченным. А там, где не искалечено, там просто естественное вот такое заполнение сорными растениями и помойками происходит. Вот такие странные контейнеры возникают непонятно откуда, кому они принадлежащие, они там остаются.